Владимир Дранёв принимает участие в акции второй раз. Опытный спортсмен. Своим примером он хочет показать, помогать. Это очень просто. Я всегда просто считал, что это страшно. То есть я не знал, что это, как потом буду себя чувствовать. Но буквально день прошел, и как будто не сдавал кровь. То есть я очень быстро восстановился, поэтому считаю, что нужно ходить чаще сдавать. Задача акции – привлечь внимание к детскому дорожно-транспортному травматизму. В этом году в области уже зарегистрировано 23 аварии с участием несовершеннолетних. И именно для пострадавших сегодня сдают кровь. Но сейчас погодные условия уже улучшаются, и сейчас дети значительную часть своего свободного времени будут проводить во дворовых территориях в непосредственной близости от улично-дорожной сети. И наша задача обратить внимание в первую очередь взрослых на проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. На призыв помочь детям откликнулись 6 десятков человек, а это более 30 литров донорской крови. Приглашали для участия в акции в первую очередь сотрудников нашего управления молодежной политики и Центра молодежных инициатив, студентов, преподавателей БГТУ имени Шухова, сотрудников медсанчасти УВД и госавтоинспекции. В мобильной станции все для комфорта донора. 5 удобных кресел, необходимое медицинское оборудование и технические помещения для заполнения документов. Инспектор ДПС Ярослав Пышьев, донор со стажем, сдает кровь уже 11 лет. Когда мы приезжаем на место происшествия и пострадали дети, здесь я как отец тоже остаюсь неравнодушным к данной ситуации. Плюс то, что смотришь, да, как дети страдают в ДТП, это очень больно на это смотреть. Поддержал донорскую акцию депутат областной думы Александр Пашков. Его помощник передал всем участникам памятные сувениры. Майки тематические, прежде всего, с мерчем, что донором человек является. И эспандеры, которые выдаются уже на стадии сдачи крови. Для того, чтобы помочь, не нужно ждать акций. Стать донором можно в любой момент, если нет противопоказаний по здоровью. Областной центр крови работает по будням с 8 до 13 часов по адресу улица Гагарина, 11. Светлана Гмыря, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорья.